Вчера вообще был примечательный день, и закончился он действительно вот такими фейерверками, которые наблюдались даже из космоса, и было отмечено, что даже был сбой работников спутников НАСА, потому что такая детонация была сильная в районе Каховки, это было заснято всеми спутниками, которые были в этом районе. Детонация была неимоверная, и как раз на складах в Новой Каховке, которые детонировали практически до утра, и возгорания там были еще до обеда сегодняшнего дня, было, по предварительным данным, размещено более 1000 тонн боекомплектов КРСЗВ, то есть снарядов к реактивным залповым орудиям огня Российской Федерации. И более 50 машин с топливом были уничтожены. Ну, плюс личный состав, понятно. Это такая, знаете, очень успешная операция. И как раз орки начали размещать свои склады уже подальше от линии фронта. И они думали, что они вот размещением в Новой Каховке будет у них безопасность. Но, как оказалось, это абсолютно не так.